Սահակյան ուշադիր է մեկ գնդակը շարժվում է առաջ վտանգավոր է Բավականին բավական լուրջ մրցակցություն է ապահովում բոլորի համար այստեղ Դավիդյանը կարող է հասնել գնդակը Մակարենկո փոխանցում աչ Ռեժինալդո դեպի Տուգանային հրապարակ եւ Դավիթ Դավիդյանն է պաշտպանվում Ակոն Մենեզես մի փոքր ու կատարել փոխանցում մրցակցում է Օդավասի ֆուտբոլիստերը երեք երկուսի դիմակ Ֆալեմաո Օտոմաչո բայց նրա արվածից հետո դարպասապաշ Շայզադան լավ գործեց այո Ջունինյոն իրաց Անկունայինը փոխանցում այս անգամ ավելի բարձր Գովալենկո ստում դաշտի դիմային գծից տեսեք կրկնապատկերը ոչ ոք չէր կանգարում Գովալենկոին եւ մշեղ ստացվեց դրա արված փոխանակեց ինքները եւ 11 մետրով ստերով արդեն արդեց Ի ֆերդանժը Ակդոն Մենեզես վտանգավոր կարող է ստացվել։ Մենեզես որոշեց Սանի Պրեմիեր լիգան եւ Ակունիքի առաջին տուրում ոչ ոքի 0-0 հաշվով ավարտել, ապաց որ ստանդարտ է եւ այստեղից Ակունիքը շատ լավ է օգտագործում։ Մենեզես, Մենեզես փոխանցում է պետք կատարել։ Օտուբաչո, Օտուբաչո փոխանցում թիկուն կարված եւ դարպաս չդադարեցրեց խաղը Օտուբաչո նորից ձգում է հետո Դավիթյանին անդրադարձ եղավ միստերի փոփոխությունների Кастер Хендри Авакяна. Міне, қапталға қарай енді осы жерде пас жерлете өтпеді. Златан тағы да асырып көрді. Ордабасы қазір шабуылда неге гол соқпай жатыр? Соңғы матчтарына қарасақ, Ордабасы командасы енді Ал енді міне қазір Пионик шабуылда. Айбаланға кіріп кетті. Отыр шүмірлік ойыншы және гол. Есеп 1-0 ал бұл жолы гол соққан Отубанжо гол соғып кетті міне қараңыздар Режиналдо мен Тағыбергеннің ортасынан өтіп кетті бұл жерде аяқты салмады жалпы есеп 2-0 Пюни командасы конференциялар лигасы бұл голға сіз не айтасыз Димаш появились на поле Евгений Качук У мяча это штрафной пробежков. Как он ушел от подката Тахбергена. Очень просто внешне. И какой запрос точный на партнера. Футболисты пьянили. Но в любом случае сейчас спорить не нужно. Мяч у Ордабаса сохранился. Вот опасный момент, который нам повторяют. Без уйдешь свар. Без уйдешь, без шавлушмен. Без уйдешь, так он сухал. Это руки. жерде қателік Очук солға қарай Пюниктің бұлсы әуелі тасырылған топ тағы да бір барынша жан таласып жатқан Серж Дебле Шехович и во многих матчах они не работали в принципе в этом еврокубковом сезоне Макаренко не стал бить справа и Макаренко направо Режиналдо Очередной навес. Здесь первый на мяче Братков. Подбор за футболистами Ордабаса Шехович. Решил. Демпо Дарбо. Подача на дальнюю Макаренко. То ли скидка это была, то ли попытка мягкого удара головой. Скорее первая. Режиналдо. Еще одна подача под удар через себя для Беседина. И вот так пробился Расул Яхшибоев. Яхшибоев. Подача. Мяч перелетает через всех. И за 180 с лишним минут, если учитывать компенсированное время. Подача. Хозяев. Пюник бежит вперед. Это Эдгар Малакян. Свежий футболист. Пас вперед. Серж Дебле. Кагаре Аустерда Режиналдо. Режиналдо на Гасырган пасы. Және баспен соққы. Пюни Гордабасы матч аяқталды есеп 1-0.